Чубер. Че, ребята, всем привет. Выбрались на рыбалочку. Две недели никуда не катались. Бензином. С бензином очень плохо в Казахстане. Залили. Короче, 7 литров нам еле-еле залили, короче, ребят. Ну, приехали, я не знаю, километров 60 от города. Ну, нашли какой-то плесик. Щучку попытаемся ловить сегодня. 29 октября. Попробуем. А, сентября, да. Кто-то там тарахтит. Ну ладно, ребят, сейчас плесик покажу. Будем раскладываться. Что-то нашли здесь вот. Кто-то уже хорошо половил, по-моему, сетюшками. В общем, раскладываемся. Сейчас покажу плесик. Подход, в принципе, удобный. Тут и можно... Сегодня блесеньки покидаем. Такой вот плесик, ребят. Ну, в принципе, такой нормальный. Рыбка вроде бы вообще не ходит. Тишина какая-то. В общем, красота. Там он тянется, по-моему, еще. Вот, ребят, взяли вот такие блесеньки небольшие. Попробуем на них сегодня. Купили 4 штучки, попробовать. Стандартная. Стандартная, да? Ну, такие. Две беленькие, два это вертушка, по-моему, да? Это на окуня, скорее всего, пойдет. Ну и на щучка. Это уже такая вот на щучку, ребят. Попробуем на блесну. Не будет. Попробуем поймать малька, да? И, конечно, как обычно. И переметиков поставим парочку. Yeah. Ладно, ребят, смотрите, будет интересно. Сами в предвкушении. Так, ребят, блин, поменяли место, переехали, нашли более удобно. Первый заброс. Ой, блин, что упаду. Хорошо. Первая щука. Да это вообще. Смотри-ка. Шикарно, шикарно. Вот и октябрьская. Вот она, октябрь. Почти. Хорошо взяла, да? Пассатижи надо, да. Пассатижи надо. Вот, ребят, первая щучка. 200, зацените. 200, ну такая, полторашка, пахнет полторашкой. Молодец, красавчик. Вот, ребят, плесик такой. Мы проехали примерно метров 50. Там подход не очень, тут, смотрите, шикарный прям. Вот как. Тут прям отлично. Фу, блин, за камерой бежал, ты орешь у меня. Думаю, что там случилось. Готово. Да, сезон открыт. Сразу за следующий. Сразу за следующий? Конечно. Ну ладно, потерпи, я сейчас потом все соберу пока. Садок, мадок. Ладно, ребят, начало есть. Уже рады. Покажи блесенку, на какую взяла. Обычная вот белая блесна. Ага, ну все, понятно. Красный хвостик. Ясно, все. Так, ну что, ребят, после поимки первой щуки прошло полчасика. Кидали блесну, ничего нету. Пытаемся поймать малька на поплавочек. Что-то малька тоже нету. Чуть-чуть перекусили тут. Миниатюрный стол сделали. Рыбку взяли. Поймали парочку мальков таких. Ну, окунек один уже помер. Какой-то жук к нему присосался там. Два малька поймали, красноперочку и окуня, и все. Думаем сейчас накачать лодку, да? Накачаем лодочку. Не знаю, поставим два малька, может, на малька хочет щука, я не знаю. Поплывем дальше, попробуем поблеснить там. Ну и поблесним, да. А так пока сидим, что-то тишина полная. Малька совсем нету. Плесик очень красивый, место очень классное. Прям удобное местечко такое, здесь подкачаться, здесь заплыть. Ну, короче, садочек, все как надо, все как полагается. Ладно, ребятки, что, будем надувать лодку, поставим переметик, посмотрим. Может, на малька щука сегодня будет брать. А то поплавки вообще что-то стоят. Не шевелятся вообще. Там подальше я кидал. Вот в этом райончике. Сейчас покажу. Карасик клюнул небольшой, но я его не вытащил. Вот здесь с лилей. Он у меня сошел. Вот сюда в окошечко я его кинул. Поплавочек. Потом кидал минут 15, ждал, стоял. Нету ничего. В общем, ребят, плес хороший.
посмотрим вот так. Ну там конец, по-моему, и вот здесь уже конец. Ладно, ребят, качаем лодку, поставим переметик один, два малька есть, хоть что-то есть. И посмотрим, может щучка на малька будет, да? Думаешь, на малька будет щучка, нет? Ну, а по-любому парочку поймаем. Ну, парочку мальков надо еще поймать. Да и щучку, я уверен, тоже поймаем. И щучка такая первая, хорошая попалась сразу. Да, если все такие клевали, вообще было бы огонь. Ладно, ребятки, ждем. Время обед. К часу время подходит. Приехали мы где-то к 11. Ну, туда-сюда. И уже с ночевочкой, как обычно. Так что целый день впереди до 7 часов. 7 часов у нас уже темно. Так что будем рыбачить. Тут, по идее, можно. В общем, ребятки, выплыли на плесик. Плесик оказался куда больше, чем мы думали. Здесь можно смотреть отсюда. Вот здесь поставим. Там и там три крючка. Смотрите, какой плесище, ребятки. Что ты говоришь? Три крючка здесь поставим. Три крючка поперек? Угу. У нас два малька всего. Ну ладно, потом навешаем. Хотим. Ну давай вот так. Не знаю, эта веревка не достанет то, что мы взяли. Достанет. Не достанет. Вот от дерева. Не достанет, я же тебе сразу говорю. Я же знаю. Ну, давай там проходим. В общем, сейчас. Вот здесь вот поуже, вот здесь можно поставить. Там еще окна есть. Ладно, ребятки, сейчас поставим переметик. Посмотрим, что будет. Вот эти два, один. Так, ребятки, вот растянули переметик. Вот такое здесь поуже местечко нашли. Сейчас поставим два крючочка. Капец тут. Что, запутано? Вот такой крючочек. Что, куда поставим? Поводок короткий, да? Да. Два малька, ребят. У нас два малька. Вот он, смотри, там вообще шикарное место. По идее, короткий. Вот здесь тоже можно вот возле вот этих переметик поставить. Был бы малек, да? Да. Ладно, вяжи давай. Ну, может, правда, она на малька. Потому что малька совсем нету. Ноль. Такой малек у нас. Че, я крокодила оденем? Сразу килограмм на 7 щук. Да. Все, в бой. Давай, за щуками. Ну тут ну, как раз он не запутается? Не хватает мне. Да? Думаешь? Видишь. А, ну все хорошо. На второй крючок у нас окунь идет. Малька совсем нет. Ну все, в бой. Ладно, ребятки, ждем. Что будет, то будет. Что там какой-то он вялый. Давай, жевай. Да сейчас он очухается. Че, ребят, вы были решили поблеснить. Первая щучка. Вот она, щучка. Ой, куда, куда? Где она там? Я не вижу ее. Небольшая. Ну, такая. Ну, она хорошо зацепилась. Вот она. Давай я сюда поближе. Ой. Нормально. Ты что-то зацепил еще, смотри. Кого из... У нее, походу, что-то во рту было. Да, она что-то оторвала, ребят, смотрите. Ты снимай. Вот леска какая-то с грузилом. Видать, чей-то перемет был. Да? Вот такая, ребят, щучка у нас первая. Какая? Вторая уже. А вторая, да. С чьим-то этим. Чей-то лес. Она, знаешь, как села, как там будто... А, вон он, крючок прям в глотке. Она, знаешь, как села, как будто просто повисла и все. Как трава. Да, у нее крючок в глотке, господи. Как трава повисла и это, сопротивления нету как будто. Вот, ребят, такая щучка. Ну, не крупная такая, грамм на 600-700. А ты так боком не поверни, не видно. Да, о. С крючком. Ладно. Оставим ее. Лежит, здесь. Отдыхает. Сюда вот заплыли здесь. А. Более-менее открытое покидать можно. Кстати, взяла на это, на середине. Не возле лилии, а где-то возле середины. Так вот. Погода холодная. Погода холодная, согласен. Что, продолжаем дальше? Вот, ребята, это искали плесики, где на блесеньку покидать. Нашли вот такую ямку небольшую. Совсем маленькая. Ну, где-то 5 на 2 метра шириной. Сколько малька стоит. Как раз мы сейчас сюда с удочками придем. И малька поймаем, надеюсь. Вот сколько карасика мелкого стоит. В общем, ребят, пришли на место.
как и обещали. Каждый заброс карасик, каждый заброс карасик. Просто смотрите. Сейчас посмотрим. Попробуем поймать. Так. Камеру. Уже перестали интересоваться. Ага. Вот у меня повело. Сейчас я удочку, ребята, возьму. Ведет что-то. Опа! Подлещик, подлещик. Вот такой подлещик, ребят, зацепился. Снял подлещика, закинул еще раз. Давай, попробуем. А мы-то мучимся, мучимся, да, с этим мальком вообще никаких. А тут ямку нашли, тут мелочи стоит, капец, он поклевка идет. Ага. Давай, давай. О, у меня что-то ведет. Что-то ведет, что-то ведет, что-то ведет, ребят, ведет. Ой, ничего нет. Перебрасываем. Да, он под кустами стоит. О, сразу же поклевочка. Тоже нету. Еще раз попробуем. Ой, что-то клюет, что-то... Ведет и это, что-то смотри, на камеру не хочет. Сейчас попробуем. В одной руке держу удочку, в другой руке держу камеру. Так что, ребят, стабилизации тут не будет. Вот что-то поклевывает. Поклевывает, поклевывает. Сейчас попробуем подсечь. Опа, вот он карасик, ребят. Вот он маленький. Снял голавлика. Снял. Ой-ой-ой, как ведет все. Сидит уже, да, думаешь? А уже все, стюк. Да? Ты видишь его? Ведет, ведет, ведет. Опа, вот он карасик. Ребят, вот это рыбалка, я понимаю. Ну такие карасики, конечно, на малька. Только на малька пойдут вот они. Да, такие 6-7 сантиметров, 10, не больше. Щуку на карасе мы еще не можем. Да, сегодня будет вообще прикол. Так, друзья, что-то рыбалка на удочку пошла. Первый карасик у нас. Ну такой неплохой, смотри. Хорош карась. Ну. Вообще, смотри. Ну как всегда найду. Заводоху, ну нормальный. Плавника заднего нету. Вообще бодрый карасик, ребятки. Мы в шоке. Черт. Кстати, мы вот этих всех всех мелких карасиков, которых там поймали, мы всех посадили на эти, на переметы, ребят. Но они небольшие все, по 5-10 сантиметров разные. Вот здесь один растянули. Пока тишина, вот здесь повесили 4 крючка. Там вот один поставили, и в самом конце плеса поставили еще переметик. Там поставили 6 крючков, там на 30-метровую веревку поставили 6 крючков. Ну там какая-то вода мутная, ну все равно поставили, что делать. Еще у нас осталось около 6-7 карасиков. Карасик? Да, ну мы... Ну там больше. Да мне... Да нет, тут вот они. Ну тут они такие. В общем, ребят, карась пошел такой хороший, ладошечный. Сейчас будем пробовать еще раз. Только забросили и сразу поклевка. Вы представьте, что это. Карасик такой хороший. Ну-ка. Хорошо закинул. Хорошо закинул? Давай посмотрим, может. Поймаешь? В прямом эфире не будет клевать. Почему? Сегодня не хочет. В прямом эфире не будет клевать? Давай посмотрим. Да, так ты закинул, я вот видел сразу же в бок и нету. Да нет, смотри, что. Подальше закинуть. Не, ну ты там на чистое кинул, нормально было? Сейчас посмотрим, что получится. Вот здесь мой поплавок стоит, ребят. Тоже в лилиях. Что-то клюет, что-то клюет, смотри. Ну, вижу. Обожди, обожди. Что-то понюхало. Что-то там хочет, ну.
какая-то странная рыбалка, в обед клюет. Ну, время уже 4. Что, есть? Небольшое. Что-то есть небольшое. Нифига себе, чувак. Плотвичка, да? Плотвичка, но... Нифига себе, плотвичка, я тебе скажу, блин. Такую, ну, это на жареху можно взять вообще легко. Плотвичку мы отпустим. Не, давай возьмем ее, ты что, на жареху нормальное все будет. Заберем. Потом разберемся, что отпустим. Конечно. Ну так вот, ребятки, к вечеру рыбалочка пошла. Я установлю. Ладно, ребятки, сейчас попробуем еще что. Может, что будет, включимся. Так, ребятки, выплыли на проверочку. Все-таки зацепилась одна щучка на нашего маленького карасика. Ну, я не знаю, неплохая или какая там? Нормальная. Только неплохая, да. На карасика. На карасика. Иди сюда, родная. Давай ее набирь. Вот так. Хорошо взяла. Вот такая вот, ребята. Ой, хорошо, хорошо. Хорошо. Кокошник. Надо было нам карасика взять маленького, ты был прав. Ладно. Уже неплохое начало в мутной воде взять. Да, здесь, ребят, такая муть, вот вода мутная очень. Что, друзья, потемнело уже. Дружище чистит щуку на ухец, да? Ну, конечно. Что-то сегодня щучка не очень клюет. Взяли 3 щучки, 3 карасика, короче. Сегодня какая-то тишина полная. Ну что, что холодно сильно? Сейчас готовим щуку. Температура сколько прям? Плюс 2, да? Да, где-то так. Плюс 5, плюс 2, где-то так. Утром выезжали на заправке, было плюс 2. Сейчас вроде бы как будто теплее. Но да, это то, что костра. Пока да, за дровами ходили, туда-сюда согрелись. Сейчас будем готовить ужин, ставить палаточку. Наверное, проверим, да? А? На ночь, наверное, проверим, зарядим. И все, и спать до утра. Так, ребят, водичка закипела уже. Сейчас добавим картошки. Да, первым делом картошка идет. Ты ее не резал, да? Нет. Целиком идет. Целиком маленькая. Целиком мелкая картошка идет. В общем, ребят, картофан залетел уже в казан. Вот. И морковка залетает. Все крупно. Лениво все. Да нет, так и надо. Все, короче, закрываем крышкой. Да, закрываем крышкой. Испарится. Ждем минут 10. В общем, ребят, картошка уже 10 минут покипела. Щука залетает следом за ней. Точнее, кусочки щуки. Да. И кусочка. Где наш лучок? Еще 15 минут и готово. И лучок следом должен залетать. Целый. Ты не порезал его, да? Нет. Ну и все. После приготовления просто лук выкидываем и все. И готово? И готово. Да? Конечно. Возле костра тепло, классно. О, как будто лето. Да, как будто лето, но температура плюс 5. Ладно, ребятки, ждем уху. Сейчас ночью минус будет. Да, сейчас ушицы навернем, короче. Поедем проверим, да? Как в прошлый раз, да? Не, вначале палатку надо поставить и проверим. Не, сначала проверим, мне кажется, а то уже вон темень, ребят, ни черта не видать. Просто темень. Крышка кипяточная, вон, остывает за 5 секунд. В общем, проверим. В прошлый раз нам повезло, 2 щучки сняли, ну небольших тоже, по темноте. Ладно, обождем чуть-чуть уху. Все, дегустация пошла. Че ты ржешь? Дегустация. Короче, ребят, добавили этого. Китайской лапши. Ровно, короче, завалялась в рюкзаке. Ну так, типа, чтоб на супчик уха похожа была. Ну так, пробую. Ну, вот сначала посмотри, начнем, что там получилось. Сначала его. Начнем с бульончика. Ты ешь, давай пробуй. Вообще в меру все добавили соли потом. Да? Да. Картошка. Не разварилась, картошка целая. Это хорошо.
Вот ребята растянули тут переметик поперек, повесили три крючка, где первую щуку мы взяли на блесну. Тишина со вчерашнего дня стоит, карасики до сих пор бегают. Все живые, щука никак не реагирует. Что, есть поклевки на удочку? Тишина пока. Там, ребят, еще стоит два переметика. Ну, на один из них сняли мы щучку небольшую. Вчера уху с ней сделали. Итог у нас две щучки, три карасика. Вчера еще поймали два карася. Как-то они непонятно клюнули. Быстро вытащили. Кидаем аж под тот берег. Соседа хоть мелочь клевала до этого. Че говоришь? Хоть мелочь клевала бы. Штиль полный. Услышать бы мне тишину называется. Ладно, ребятки, ждем, не будем батарейку тратить. Костерчики у нас тут, чтобы греться. Реально холодно, блин. Этот рыболов только что поймал щуку хорошую. Первую за утро, ребята. Это обалдеть. Просто время 10 утра, мы 8 часов где-то, ну, уже встали на воду, там пытались на удочку ловить, там переметы проверили, съездили, вообще тишина полная. Одного карасика сбило, а он только что щучку вытащил. Сейчас подъедет, покажет. Я как раз там что-то делал, слышу, орет. Есть, есть, короче. Ну, это нормальная реакция. Сейчас посмотрим, ребят, что там за щука, говорит, неплохая, такая же, как и первая. Ну что, давай покажешь? Покажешь щуку? Ну покажи, что ты, мне самому интересно. Щука, значит, есть, блин, но не хочет. Она жирная, да? Да, отлично. Ну жирная, значит, это уже нажралась малька. На железку взяла, на обычную 22 грамма. На белую блесенку. Не берет она ни на что, только на блесну вот эту белую. Ну я понял. Ни силикон, ничего, ни вертушка. Да? Ни силикон и ни вертушку, ничего не хотит она. Подкачайся. Ты ее снял? Да. Ну, ничего себе, блин, капец. Возьми двумя руками, так больше понятно будет. Вот, ребят, смотрите. Ну, 1,5 кг, да. Ну, жирная, да, толстая. Да, толстая. Не кидай. Ты мне ее дай лучше. Поплыл он снова. А я хочу здесь покидать. Вот такая блесенька, ребят. 21 грамм, полностью белая. Фирма Spinex. Spinex Patch. Не знаю, что за фирма, короче. 150 рублей на российские где-то стоит. Если переводить. Ну попробуем здесь. Здесь мы только на удочку кидаем. Сейчас я попробую покидать. Ой, надо целиться, чтобы не попасть. По лилиям вот сейчас плохо закинул. Все лилии соберу сейчас. Попробую положить на дно, со дна попробовать. Глубина около 2,5, там 2 метра, 1,50 м перепады. Что там, у тебя есть что-нибудь? Тишина пока.
Даже не знаю, куда кинуть. Просто тупо кидаем, может. Подлили. Как будто был только что ударчик, но это трава. Вряд ли она ударила. Вот, траву засадил. Сейчас, ребят, попробую там еще покидать. Там более открытое место, где он первую щуку поймал. Сейчас посмотрим. Он говорит, взяла щука. А еще... Не на быстрое, не на медленное, никак не хочет. Никак не хочет хапать она. Опа! Ребят! Ребята! Борьба! Сейчас я приближу. Ты красавчик, слушай! Хорошая! Пока я тут херней занимаюсь, ты там ловишь. Ну-ка приподними. Че, опять на том же, под лилиями, да? Да, я возле лодки взяла. Прям возле лодки, да, взяла? Ну, капец, блин. Ну, такая же, да. Ну, чуть поменьше, да? Да, чуть. Ну, ничего себе. Ребят, время к 11 где-то идет. Так что щука начала брать, может, блин, надергаем еще? Так, ребят, мы собрались оттуда, в сторону дома поехали, вот. По дороге увидели такой плесище здоровый, я не знаю, если, как его, батареи, да? Да, тут, смотрите, ребят, тут просто кайф, место отдыха все засрано, так, ну что, если хватит батареи на камере, сейчас поставишь штатив, покидаем блесну, тут места полно, куда кидать, так что попробуем, ребята. В общем, ребята, закончилась рыбалка наша, камера села, а? Этих доставать. Этих. В общем, покатались мы еще по местам, по плесам, ничего нету, короче, ребят, щуки нету, может еще рано, может погода плохая, потому что вчера приехали, солнышко было, сейчас вообще, ой, вчера это пасмурно было, сегодня солнышко светит. Ну, в общем, ребят, да, батарея села на камере, вот, да, вот, пару щук взяли таких, ну, это примерно сколько, полторашки. В этот раз вообще слабовато, ребят, у нас что-то. В этот раз мы на блесну. Да, на блесну. И тут карасики. Подошечные. И карандашик один. Щучка. Ну, щучка, да, у нас хорошая щучка. Другого цвета, да? Ну, она как туда, другая. Так что, ребята, всем пока. Смотрите наши новые видео. Видео еще будут. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Мы стараемся. Всем пока!